Учительница просит учеников рассказать какую-нибудь необычную историю. Руку тянет Вовочка. «Позавчера на даче наш сосед упал в колодец». «О, Господи! Я надеюсь, сейчас с ним все нормально?» «Ну, я думаю, что да. Вчера он уже никого не звал на помощь». Один приятель дает совет другому. «Запомни, Вася, главное вовремя стирать носки и смски. Особенно смски. В отличие от носков, они сами никуда не исчезают». На приеме у хирурга. «Что вас беспокоит, милейший?» «Доктор, меня бросила девушка». «Это вам к психотерапевту». «Да нет, я пролетел 10 метров и упал на дерево». Мужик приехал из Америки и рассказывает. «Смотрю, идут два психа по улице Вашингтона. Один кричит: „Я Кеннеди, я законный президент Штатов“. Второй кричит: „Нет, это я законный президент Штатов, я Байден“. Ну и повязали первого психа в дурку. А второго пришлось отпустить, это действительно был Байден». У гинеколога на приеме. «А вы, голубушка, беременны. Знаете хоть от кого?» «Да, от Яши с Молдаванки». «Странно, уже пятая женщина беременна от него. Когда он только успевает? Так он же на велосипеде». У мужа утренний стояк, а жена не дает. Тогда он говорит: «Дай 100 рублей, соседка мне руками сделает. Говорят, она в этом деле мастер». Жена возмущена: «Да я сама тебе руками сделаю». Спустя 10 минут жена с уставшей рукой говорит: «Вот, ты сэкономил 100 рублей. За них мы купим тебе хорошие туфли». Муж ей: «Знаешь, Маша, дешевка она и есть дешевка. Дай мне все-таки 100 рублей, я готов ходить босиком».